Хей, hey, с вами Жмиги, мы продолжаем пройти игру по названию Borderlands 2. У меня есть один такой нюансик, я не пойму. Я посмотрел свои видосики по борде предыдущим. Мне какого-то хера там ебало размывает. И я не знаю, чем это связано. Так, ладно, давайте здесь выполним задание, да? Нам нужно пособирать вот детальки. Подождите, это белое, а это синим, да? Ой-ой-ой. Сделай из них винегрет. Да-да-да-да, тихо-тихо-тихо. Воу-воу-воу. Ой, блядь, сейчас еще это взорвется. Подожди. Это синий, это журнал, да? Где журнала? Так, дальше. Мне нужно вниз. А не, подожди, мне вот то нужно. Давай, ломай, ломай. Это не ломается, хорошо. Так, теперь мне нужно на ту сторону, получается, да? Тут я не допрыгнул. Ладно, погнали. Вот так тогда пробежимся. Плевать, они меня, по идее, не убьют, блин. Пиц в лицо там мне... Солнце светит, я ебал. Ну как хочет, как будто хочет мне это лицо снести, это солнце пилить, блядь. Это огненное, да, огненное. Ну, этого я сейчас с пистолета грохну. Ой. Да тихо! Вот сука. Окей. Бежим, бежим, бежим. Не отхилиться нужно. Ну, хотя бы щит защищает меня. Так, тихо, тут где-то хил выпал. Вот что это за пули? Что это за пули такие, слышь? Мразь. Тихо, тихо, где ты? Где ты? Давай, давай, давай. А, все, он взорвался сам. Я успел перезарядиться? Да, успел. Бац. Вот че он не ваншотит, блин? Интересно, мне сюда нужно? Детский голяв имеется в виду кислотный, да?
Да ну ты надоел, ну боже, вы уёбки. Давай, давай, давай. Все. Все. Так вы надоели, сколько вас тут? Как щит отключить, блядь? Пойдем он заряжается от тебя, да? Вот суки. Как вы меня заебываете, жопа. И туда сейчас никогда не попасть. А если так? Ладно, я понял. Где эта сука? Давай. Кайф, я понял. Это там чё, бандит шпилит робота? Нифига себе, такой артхаузный шпилевили. Тебе что нравится? Быстрее наоборот, слушай. Роботы и секс, круть! Быстрее это робот шпилит бандита, чем бандит робота. Блин, я не знаю, чё мне, почему вебка размывает, сука. Нужно посмотреть. Прочитать на форумах. Может, где-то что-то будет написано. Потому что это, блядь, нихуя не классно. Тогда мне легче уже без вебки снимать. Так, а что мне по месту? А то я собираю-собираю вещички. А так еще мне много места. Привет. Ух ты! Одинокий цветок лежит в луже крови. Я бы мог сделать из него символ цветов, птицы, еще что-нибудь. Но мне туда не попасть, да? Ну все, мое мега-стихотворение закончено. Давай, возвращайся, чувак. Да, эта херь мне, походу, не пропустит. А чтобы вернуться, сейчас будем думать, как вернуться. Нормально вернуться. Не подохнув при этом. Я не... Бля, я скорее всего там не смог, да, перепрыгнуть? Да. Ничего нету, ничего. Могилок тоже, вижу, тут нету. Мне их же сломать нужно. Так, ну, в принципе, вижу, что там могу пройти. А здесь ничего нету. В принципе, сколько у нас уже время? 8 минут. То есть мы можем отсюда отправляться. И мы можем отправляться куда? Вернуться к скутеру. Тихо, 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 тихо. Все, берем. Там, кажется, нет. А, не, есть, есть телепорт. Всё. Телепортейшн есть, значит, все нормально. Может, нас даже еще и апнут при этом. У нас типа два задания. Одно сюжетное, одно обычное. А этого Риди у меня сколько? 5 штук, мало. Свежак. Может, Джек не убьет нас всех. И чё, оно не работает? Свежачок ваш. Быстрее просрочка, чем свежак. Тут. Я записал свои нежные слова на вот этот эх. Отнеси Дейзи и проиграй. Ну а дождись ее реакции, чувак. Надеюсь, ей понравится. Реакция Дейзи. Давай посмотрим на реакцию Дейзи. Где она хотя бы? Дейзи?
Это, короче, поэма скутера для Дейзи. Поехали! Дейзи, я люблю тебя, ты коты. Больше, чем бандиты, он того робота. Ты как бриллиант, сводящий с ума. Или как цветок среди шрапнели и дерьма. В собственной могиле я буду, блин, висеть, если вдруг не смогу тебя отыметь. Ух ты, это очень... Подождешь минутку? Спасибо. Ну чё, и как ей? Сука! Ей понравилось скутер! Я сначала, знаете, думаю, блядь. Чё, типа она не оценила? Да оценила, ей очень понравилось, она говорит, мути ещё. Я говорю, ей тоже понравилось. Так, давайте стоять. Мне нужно снайперку сравнить. Урон хороший, в принципе. Патроны, да, минус. А ну-ка. Что по прицелу? А что у того? Блин, ну тут скорострельность меньше. Тут 11 пуль. А здесь 7 пуль. Но урона, конечно, немножко побольше будет. Снова же на 50, поэтому я ее буду продавать. Ладно, нет, я лучше эту оставлю, скорострельную. Может, повезет на Эриди. Не повезло мне на Эриди. Нужно еще залететь к Доку. Либо к Зеду. И у Челика там, может, этот есть. Еще для меня подгончик. А Челика уже нету. Жаль. На самом деле, вот этот пацанчик, это, если не ошибаюсь, ой. Пасхалка. Потому что есть чели, который сильно очень любил, типа, Бордо, если я не ошибаюсь. Ну и он, короче, не дождался, умер, потому что он был там болен, либо что-то типа того. Вот это мне нужна снайперка. Вот это я буду пользоваться. Ну, блин, там патронов. Ну, хотя урона сколько? На 100 больше. Хотя на... 100, сколько здесь, 375, ну да, считай на 100, да, на 100, на 150 где-то так. Тогда это продаем, это оставляем, продать. Бац. А у тебя ничего нету угодного на покупку? Одна пилотан. Арсенал Маркус охерительная тема. Йоу. Роланд. Брик. Вот уж не думал, что вернусь. В прошлый раз ты не слишком рад был меня видеть. Времена изменились. Твоя помощь не помешает. Задание даже если я кровожадный психопат? Кто тебя так назвал? Джек? Нет. Ты назвал. 3 года назад. О. Извини. Рад снова тебя видеть, Брик. Взаимно, братан. Ну вы еще поцелуйтесь. Обалдеть. Что, поехали? Косарь. Если честно, то я понятия не имею, как открыть эту дверь. Ой, стоит. Извините, что прерываю, но у нас мало времени. Вам нужно попасть в перспективу. Последнюю дверь может открыть только Джек, пройдя биосканирование и назвав пароль. Иди сюда, убейте иди. Одного из двойников Джека в перспективе, и тогда я еще смогу здание. Открыть дверь. Мне не нравится. О, привет. Ты тут. Ты уже знаешь, что ей нельзя доверять, так что... Есть новая работка для тебя. Собираем, как обычно, заданницу. Все будет в порядке. Есть подгон. Майкл. Майкл Мамарил. Это тот щелик. Я что нашел, подумал, другану искателю пригодится. Это который вот умер, о котором я говорил.
Да, взять. Все ништяки закончились. Так, собираем, короче, бонусики. Ну, не бонусики, миссии. Набираем, отправляемся. Делаем все чики-пуки. И уходим далее. На... Посмотрю, на самом деле. Значит, тебе нужна моя камера? Можешь взять ее при одном условии. На всех записях должна быть обнаженка или взрывы. Бонус за то и за другое. Окей. Будем с... А еще? Задай. С камерой в перспективу. Да, кстати, не вздумай просматривать записи Мокси. Я ж представляю, что там будет. Джек разрушил мою арену, когда решил, что я его обманываю. Теперь он хочет построить свою собственную арену, чтобы утереть мне нос. Этого нельзя допустить, солнышко. Отправляйся в перспективу и убей прораба, которому поручена стройка. Хорошо. Погибель, Маркус. Так. Что у нас? Ладно, сейчас к Маркусу сбегаем. Маркус, Маркус, Маркус. Мертвец упомянул тебя. Я знал, что еще услышу об этом оружии. Пару месяцев назад купил его одного парня. Хорошая вещь, но проклято. Я продал его бандиту по имени Каранц. Так, давайте на пекаль куплю, если есть денежка. Выбирай уже! Время, деньги! Особенно мое! Ну, да. У меня 5 как раз. Ты знаешь, где меня найти? Я постоянно на сотку даю, увеличу. Да, на соточку. Йоу. Пекаль, бомба. Хорошо, что по заданиям теперь у нас? Перспектива 2. Пески. Поехали в пески. Так, стоять. Уровень. 19-й, 19... Блин, давайте, наверное, 19-й уровень будем выполнять. Здорово. Абсолютно спокойствие. Не, ладно. Погнали в пески. Кошачок мой. Кошачок-косячок. В пески. Так, берем точилу. Так, это у нас где? Это изи туда дойти. Кровокрыл мертв. Джек... А, ну и здесь изи, в принципе. Давайте, наверное... Смог открыть хранилище. Не знаю, как ты, но мне нужно выпить. И нормально так выпить. Рэмбики возят раковые ели с песков. Спей бочонки с их транспорта и привези. Взять бочки с пивом. Бочки, бочки. Поехали, ладно. А то мне так сейчас машину разъебут. Разъебонькают. О, вон они, я их вижу. Что, подрубим скоростя? Эй! Знаете, вот это, что я сейчас бочки... забиваю бочонки, да? О, это очень на одну вещь похоже. Когда мы расстались, он сделал то же самое, бедняга. Доставь выпивку мне, и я дам тебе свой любимый револьвер. Рубин. Так, погоди. Мокси отдаст тебе рубин, если отвезешь выпивку ей? Это хреваная... Эта красавица потеряла рубин много лет назад, а я его нашел. Если бы не я, у нее бы его и не было. Если выпивку мне, получишь мою снайперскую винтовку. Снайперка. Я выбираю снайперку. А, все? Ладно, поехали за бочонок. А, не, вон еще бочонок выпал, кажется.
Так, три. Да, все. Говорила тебе, ради кого она меня бросила, а? Ради Джеха. Джеха? Открываю арену. Я нахожу рубин и бац, блин. Она бросает меня ради главного. Нет. Принеси рубинку мне, а не этому пьянице-птичнику. И я дам тебе рубин. Ну, на самом деле, я лучше... Этому... О, сложность такая, нормально. Я за то, чтобы отдать Мордекаю, во-первых, он потерял курицу. Может быть, более-менее его утолит, типа, вот эту херню. Типа, боль, выпивка. Почему у меня хп не фул? Типа, из-за машины? Что за баги? Прибыть в пески, найти Горацию. 112 тысяч у меня? Нихрена себе! Так, мне хотя бы так бежать? Да, так. О, я нашел, кажется. Привет, Гораций. Так, тихо. Бросил меня умирать, но не заслужил того, что погибель сделать с ним. Никто не заслужил. Нужно... О, еще есть. А, это мой щит. Не, я лучше за снайперку, ребят. Не, если там, конечно, снайперка будет хуже, чем мы, то... Да, считайте, я немного проебался. Ну так... Изи. Только мне кажется, опыта, да, за них не дали. Пинти плюшки мне Мордекай подгонит. Буду надеяться на это очень сильно. Я не буду за оружием сейчас идти, нахер оно мне нужно. Ты не здесь, Даша? Да, готово. О, так мне еще и в поезд нужно сесть. Парень попал за текстуре. Так, стоять. А то я сейчас отправлюсь. Линчут, да? А что это у нас? 1000 порезов? Убежище. Ладно. Линчвуд. Если там город очень большой, тогда я лучше сдрыснуть сюда. Не важно, что я говорю. Важно, как я это говорю. Мы начинаем. Шериф дает 500 баксов за каждого убитого мясника. Король мясник очень недоволен тем, что она с ним сделала. Так что будьте начеку. Каждый день шериф Линчвуда отправляет Джеку весь иридий, который она добыла в шахтах. Сегодня это закончится. Ты взорвешь поезд, который перевозит иридий. Иди на склад взрывчатки. Я не пойму, это типа большая такая локация, ну нахер. Я лучше пойду за заданием и сбегаю. Я слышала, что в моем городе орудуют убийцы. Если ты меня слышишь, постарайся не умереть раньше. Всегда хотела сразить искать хранилище. Ты у хранилища! Попробуй его открыть!
Не-не-не, подожди, подожди. Мне нужно в первую очередь добежать до того места. Взять заданницу. Вернуться самое назад. О, этот скак выглядит таким грустным, сидя на цепи. Может, отстрелишь цепочку нафиг? Только смотри, что... похоже, этот малыш ранен. Наверное, его бросила мама. Надо бы по-хорошему его пристрелить, чтоб не мучился. Но он такой милый. Дай ему таблетку, чтобы он перестал тут шуметь. Найти лекарство. Окей. Пец. Понимаете, просто... Оно в игре... Я понял тебя, приятель. Так, подожди. Оп. 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 Мне хотя бы опыта примерно дают нормально. Где, где, где эта мразь подбитая, которая? А можно попасть? А я понял, пуля непробиваемый. Не, ну, принц. И, блин, я не знаю. Опыт такой 50-50 дает. Кушай лекарственка. Кушай. Дукина. А, он, походу, голодный. Поищи ему жратвы. Не, слушай, я, конечно, все понимаю, но я не нанимался алекрем. Ну, хотя бы не сейчас. Фигам, пускай пока турелька работает, побежали нахер отсюда. С этой локации вообще я имею в виду. Это еще жестко для меня. Дислокейшн very жестко для меня. Подожди, а где этот транспорт быстрого перемещения? В течение следующей пары недель шериф намеревается прочесать город. Нет, я не знаю, как ее на самом деле зовут. Она под дулом пистолета вынудила меня занять эту должность. Я ее боюсь до смерти. Надеюсь, она меня сейчас. Так. Видите, у нас как много заданий? 1000 порезов. Давай, 1000 порезов. Быстро выполняем, заканчиваем серию. Вы понимаете, как тут получается 3 миссии, все. Даже по сюжетке почти не идем. А, ну хотя бы поговорить с Рока. Хотя бы все быстро. Ладно, чтоб не задал мне что-то. Долго же я тебя ждал. А, все? Есть работа для тебя. Херяч. Эй, тут тебе гости из искателей хранилища. Заткнись, Рока. Ладно, слушай. Угу, поехали. Скорпион приземлился на нашей территории, а не у Джека. Джек хочет уничтожить его, чтобы он не достался нам. Твоя цель — помешать Джеку. Возьми маяки, Рока. Окей. Мне же только взять... Я отметил ключевые оборонительные пункты. Установи маяк на любой из них, чтобы дать моим мясникам знать, куда идти и какое оружие брать с собой. Хорошо, поехали.
А, я думал, их мне защищать придется. Нет? А, или башня мясников имеется в виду, главная башня. Бля, только чтоб я не бегал потом туда-сюда. Ну, ништяк. А теперь давай к той здоровой турели на центральной башне. Давай. Там, кажется, кто-то сидит, нет? Нет. Они идут! Не подпускай роботов к ящикам с припасами! Стреливаем, стреливаем роботов. Так, 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 минус руки. Готово. Мне кажется, я бы сам их бы разобрал быстрее. Главное, что хорошо, что они хотя бы не бегут. Мне просто нужно отстреливать их. Как же это медленно все происходит. Легче было взять просто, говорю, дробовик, побежать и разнести. Так медленно. Просто сидеть за пулеметом. Нам еще только нужно такие два мальчика защищать еще. Ну, Ширили, нафиг надо, лучше пешочком. Я понимаю, так может быть и круто, но нет. Вау, вау, вау. Воу, 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 воу! Давай, давай, давай. Давай, 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 покупаем. Если что, сейчас пойдем пулями закупимся. Сука. Это последний. Теперь давай посмотрим, что они так защищали от нас. А, все? Давай посмотрим, что они защищали так от нас. Ну да, как вы видите, или дробовик сильнее. Зашибись. И? Бросаю хлопушку. Ой. А как мне открыть? Что они защищали? Что они защищали? Окей. Походу я не знаю, что они защищали. Все, у нас идет сюжет. Линчвуд. Линчвуд, пойди отдельный город. В убежище полить. Или да, хотя потом в убежище. Вообще-то уже будем все делать в следующей серии. Так, мы там все забрали. Ой, сколько всего. Сейчас еще туда сбегаем.
Забираем, что я не забрал. Да-да, так бы я сейчас вон Эриди потерял. Большой пак Эриди. Эта граната, походу, лучше, чем моя. Да? Или нет? Там эффект дается. Ну тут тоже эффект. Ладно, давайте, я думаю, на этом закончим. В следующей серии я уже телепортнусь в ту локацию. Поэтому как-то так. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.